В Нягане полицейские задержали похитительницу ковра. Об этом сообщает пресс-служба окружного управления МВД. Сотрудники уголовного розыска отреагировали на заявление жительницы муниципалитета о том, что у нее украли ковровую дорожку. Полицейские установили, что похитительница увидела на турнике рядом с одной из детских площадок дорожку и решила, что она хорошо могла бы смотреться у нее дома. Позвонив подруге, которая подрабатывает в такси, злоумышленница загрузила дорожку в багажник машины. Расплатиться за помощь в доставке жительница Нягани решила половиной украденного ковра. Возбуждено уголовное дело, похищенное изъято. Злоумышленнице грозит 5 лет лишения свободы.